Просите, и дано будет вам. Вы меня просили, но я вам не дал. Но пришло время исправлять ситуацию. Пионерлагерь «Пыльная радуга». Тяжело и медленно. Погнали! А перед тем, как мы с вами приступим к разбору, я хотел бы обратить ваше внимание на данный молодой, но активно развивающийся канал. Здесь вы найдете много интересной информации о музыке, как зарождались жанры, музыка с задницы, откуда взялся Witch House и прочая информация. Переходите по ссылке в описании. Итак, приступим. И первое, о чем хотелось бы сказать во время этого разбора, в чем возникают трудности у людей, когда они пытаются подобрать эту песню там по видео, где Алексей Румянцев выступает сольно. Дело в том, что Алексей, он ярко выраженный баритон. И для удобства он расстраивает гитару, то есть он ее настраивает на полтона ниже, либо на тон ниже. И в этом начинаются трудности у людей. То есть ребята хотят подобрать, но у них не получается. Они играют то же самое, что видят, но, увы, абсолютно другой звук. Мы же с вами ее будем разбирать сейчас в стандартном строю, так как далеко не все баритоны. Я немного баритон, да, скажем так, но не настолько низкий у меня голос, как у Алексея, но все же я, как правило, тоже гитару подрастраиваю на полтона, иногда на тон ниже, потому что, ну, это более удобно мне петь в диапазон. Я тогда в ноты, блин, попадаю. Так не особо. Вот. Но все же стандартный строй, все по классике, без всяких хитроумных вещей. Итак, приступим. Вступление и куплет играются одинаково. И чтобы много не говорить и не захламлять, скажем так, таймлайн, я нарисовал вам таблуатуру. Там номер струн прописан, лады, и внизу будут стрелочки, да, это бой. Бой такой, какой использует Алексей, когда он играет. Вот. Это так, как я уже сказал, вступление и куплет играются одинаково. Поехали. Переход. На ре мы закончили наш переход, и дальше у нас идет припев. 3 из 4 строк припева играются таким же рисунком, как и куплет. Тяжело и медленно. Последняя строка припев. И последняя строка припева, получается, у нас играется, как мы играли переход. Проходит день за днем. И дальше вся песня будет идти таким же ходом. Больше сказать о ней нечего. На самом деле она очень простая. Единственная трудность, о которой я говорил в начале, это вот она. Но мы ее разобрали в стандартном строю. Пожалуйста. А на этом сегодня все. Большое спасибо за просмотр. И извините, пожалуйста, те, кто от меня ждал эту песню, кто ее просил. К сожалению, жизненные обстоятельства заставили меня временно забросить все это дело и уйти на завод, скажем так.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если этот разбор вам понравился, если он был вам полезен. И заходите на мои стримы. Я всегда буду рад вам. Задавайте вопросы, предложения, что бы вы хотели услышать, да, на этом канале, ну, чтобы я разобрал. Всегда буду рад вас там видеть. И всем удачи! Но и ветрено проходит день за днем.